Я играю в сильнейшем чемпионате мира против лучших защитников. Иногда они физически сильнее меня. Но зачастую они готовы на все, чтобы остановить меня. Но мне все равно. Луиш Нани – великолепный футболист, обладающий феноменальной техникой, как у лучших игроков мира. Удар с обоих ног, скорость – техника, которая может запутать многих защитников. Великолепно видит поле и при возможности отдает самонаводящие передачи. Никого вам не напоминает? Но ведь он играл с Роналдо. И многие говорили, что Фергюсон имеет у себя португальский клон. Нани долгое время был в тени Криштиану. Молодой парнишка с характером, для которого футбол – это что-то вроде арены для битвы. Он провоцировал, обводил и унижал защитников своими трюками. За что получал по ногам? Мой кумир Роналдо. С уходом Криштиану Нани получил больше игрового времени. Но спустя практически 4 года, можно сказать, что стоящей замены он так и не стал. Нет, безусловно, Луиш очень важный игрок для МЮ, но мера, по которой его оценивают, была самой высокой. Ведь его сравнивали с обладателем золотого мяча, что, быть может, и сыграло злую шутку. Ведь сезон 10-11 он действительно провел в роли лидера, когда Руни испытывал проблемы. Но поддержать форму больше одного сезона он не смог. И сейчас идут разговоры о его продаже. Нестабильность и неоправданный риск. Может быть, этот критерий для Фергюсона сыграл главный факт для критики Нани. В другой команде Луиш был бы мотором и игроком, на которого надеется вся команда. А он творит шоу. Но ведь в Манчестере был один шоумен. И после ухода Роналду сэр Алекс захотел создать команду. Команду, которая будет вместе атаковать и вместе защищаться. Роль лидера просто забрал. Просто выцарапал для себя Уэйн Руни. А для Нани роль второго плана, что катастрофически не устраивало его. И он играл в прежний футбол. Но ведь время шло, и даже Кришти стал командным игроком. Нани пытался, но его азарт и кураж, на котором он хотел обходить двоих-троих защитников, еще не прошел. Нани может заиграть во многих клубах Европы, но хочет ли он этого? Для Луиша Манчестер второй дом. Он заслуживает второго шанса. Вот только нужно доверие Фергюсона. А мы пожелаем удачи Нани. И самое главное, смотрите футбол, любите футбол.